Привет, друзья! Всем привет! Вышла наконец-то 6-я серия. Мы прям с нетерпением ее ждали. Мы наконец-то ее догнали. Да, мы догнали. Мы молодцы. Вы молодцы, что вы с нами догоняли. Мы всех тут сделали, короче. Давайте смотреть. 6-й выпуск. Колледж. Что ж там такое? Это скорей. Да. Новая неделя обучения в колледже для Ани и Валеры начинается очень счастливо, ведь они уже 6 недель вместе. И ребята считают, что такое же счастье должна обрести еще одна пара. Что? Мы с Валерой... Ты что, не догадалась, кто это? Ника и Никита. Кто должен, да, конечно. Будут сводить сейчас. Бедный, да, Никита. Да. Никита, держись! Не держись, Никита. Мы решили, что нужно... разобраться в отношениях между Вероникой и Никитой. Нике, скорее всего, нравится Никита, и Никите нравится Ник. Ты за Никитой, я за Никой. Встречаемся в кабинете химии. Да? Давай. Дети, целуйте! Как справишься, так и поцелуешь. Уберите педофилов от экранов. Да. И вообще. Что это? Я ее привожу в кабинет. Тут все по красоте. Зефирки, эклерчики, дюшес. Я не знаю, что сейчас может произойти. Ты уже заметила? 4 бутылки. 4. Да. Я понимаю, что сейчас придет Валера. Двойное свидание. А кто с собой притащит Валера, я тоже понимаю. Потрогай сердце опять. Сердце с другой стороны. Глаза блестят. Я понимаю, что вы с Никитой не просто так ссоритесь. Он может тебе говорить что-то обидное. Он может как-то тебя задевать. Скажи, что самое главное. Он так проявляет свои чувства. Мне кажется, что он так проявляет свои чувства. Я думаю, откуда это бредятина в головах-то у всех? Это Анечка всем рассказала. Пацан тебя обижает, дергает за косы, бьет. Он проявляет так свои чувства. Охеренно. Извините. Главное, будь милый. Потому будь милой! Потому что мальчики, на самом деле, любят, ну, таких податливых, таких... Податливой! Слабеньких. Слабенькой! С Никитой нельзя быть милой и сдержанной. Надо ему все вот так. Молодец! Не буду он милой! Он не поймет. Сейчас пойдем в кабинет. Да нет! Что нет? Можно ему просто сказать, не нужно давить. Просто можно сказать, просто сказать. Ты мне нравишься, и все. Я не думаю, что он такой, типа, ха! Нет химии, побазарим с тобой. Ну, еще поговорим. Там будет сюрприз для тебя. Нет, нет, не нужно было это говорить. Нужно было сразу заводить. Сразу сейчас он скажет, типа, чё за херня? Я бы не пошел. Даже если бы она мне нравилась, я бы не пошел. Почему? Ну, потому что что это? Меня тут, типа, получается, пытаются как-то принудить, что-то еще что-то. Угу. Нахер это надо? Нужно было сразу заводить. А я бы на месте Валеры вообще бы не вписалась в эту историю. Нафиг ему это? У Валеры нет выбора. Валера, сорян. Я захожу, и там родаки сидят. И мой Кент Макар. Кент Макар? Близко. Я подумал, какой-то сюрприз будет. Думал, блин, по кайфу будет. Сейчас думал, что-то интересное. Ну все, мы заходим с Никитой. Захожу в этот гребаный кабинет и сидит Вероника. Ой, ёперный палет. О, ничего себе у вас тут. Мне кажется, Никите нужно поближе сюда. Нет, я вот так посижу, мне так идеально. Вы объясните, что происходит, да? В общем, слушай, Никита, внимательно. Ника боялась. Я понимала, что мне нужно говорить за нее. Мы хотели бы, чтобы вы поговорили друг с другом. Он просто, в принципе, не хотел с ней разговаривать. Разговаривать при них? Да. Ему страшно. Ну, короче, пойдем сейчас. Я думаю, вы мирно закончите. Он же, бедняк, за бутылку схватился. Он не захочет говорить. Я остался, потому что хотела поставить все точки на «ты». Она ему не нравится. А эклер нравится. Считай. Да, конечно, нервы. Нервы? Что происходит? Что происходит? Я не знаю. Ты видишь, что Ника письмо вот это вот отдала ему? Она письмо ему написала. Вероника написала письмо? Или Аня написала от Вероники? Что за детский надо сад? Надо разбираться без встречи. Что за детский сад? Вообще, типа, если пацан, типа, просто вам первое, дергает, просто это... даже если там что-то есть, его первые чувства – это не разборки, не выяснение отношений, типа, не принуждение. Да, прям сразу... Это страст. Да, ну, блин, короче, какая-то херня. Я запомнил, что эта записка какая-то любовная, короче. Ему не нравится. Почитай, пожалуйста, я... Реально смотрела на меня влюбленными глазами. Написать было сложно, но не написать еще сложнее.
Иногда наше общение прекрасно, а есть моменты, когда все х**. Такое было и не раз, и с каждым разом все больнее, когда ты начинаешь прям давить морально своими слововыражениями. Мне было читать эту записку волнительно, я же ее писала. А, сама написала, хорошо. 5-6 раз точно я переписывала, заново начинала. Как бы это глупо ни звучало, но мы боимся говорить открыто о чувствах. Зачем вся эта херня? Можно же просто сказать, типа, ты это ничего. И все, и как бы все нормально сразу складывается. Без вот этой галимахи. Слишком просто. Ну, можно сейчас сказать, типа, у тебя жопа такая круглая, мне нравится. И тоже все сразу. Короче, слишком сложно все. У меня есть предположение, что ты боишься просто. Попробуй сказать, чего, и все, и станет лучше. Мне очень обидно то, что он так морозится, потому что все реально видно. У него ко мне симпатии, то, что у меня к нему. Ты уверена? Она, походу, всем внушила, что она ему нравится. Да, ну и вот, да. Сейчас она ему это внушит тоже, и будет новая ячейка общества. А может быть, типа, он такой, типа, чё? И все такие, чё, чё ты нам внушила? Ну, я не знаю, но это очень странно. Я думала, что, типа, это все должно не так начинаться. Или она верит, что она ему нравится. Начинается все с какого-то гемора, с какой-то записки, с каких-то разборок. Все же должно, типа, быть так, типа, по лайту, по фану, нет? Да, просто сейчас он ее пошлет, она разревется, и Никита с Аней такие... Ой, точнее, этот Валера с Аней такие... Ну, да. Ну, я не знаю, да. Ничего. Ну, короче, это, ну, как, все сложно. Она мне не нравится, ну что за девиз, я это раз 100-200 говорю. Не нравится. Если мы с тобой общаемся, то как друзья. Видишь? Я тебе говорил это, как друзья. Ты мне не нравишься, я тебе говорю это 1050 раз. Фу, как мне она надоела, реально. А я не понимаю, он до этого ей говорил? Это, ну, видишь, он говорит, что говорил 1050 раз, что она ему не нравится. А вот ему нравится зефирка, она ушла. Вот реально, если бы она ему нравилась, она вот сейчас ушла. Он пошел за зефиркой. А не за ней. А не за ней. Не надо так, типа, это... Да, просто когда она там что-то готовила суп, она такая, хоть мне этот человек противен, но я дам его попробовать. Она врала, что он ей противен. Ну да, если тебе кто-то нравится... А он говорит, что не нравится. Да. И то есть, типа, он это сказал, потому что на самом деле я ему нравлюсь. Нет, он это сказал, потому что ты ему не нравишься. Все. Сколько раз можно говорить? Да, но если тебе нравится мальчик, а ты ему не нравишься, это еще не крест. Потому что, во-первых, на планете до хрена ли он мальчиков других? А во-вторых, если ты все время его обижаешь, говоришь ему гадости, конечно, ты ему не будешь нравиться. Можно же просто по-человечески себя вести. Зефирка. Зефирка невкусная. Я уверена, что... А эклеры все съели. Угу. Вот, вот, пожалуйста. Как будут развиваться отношения? Да, пацана! Узнаем позже. А пока весь класс отправляется на встречу с преподавателями. Ничего себе! Там тело театр. Короче, все завешено этими красными. Театр! Я очень обрадовалась, что мы наконец-то будем смотреть какие-то выступления. Неделя искусства. Ой, видимо, да. Начинает подниматься занавес. Там куча народа. Да. Ой. Я думал, там будет училка какая-то. Что за люди в черном? Что они хотят? Хор? Стоят как будто бы на похоронах. Ой, нет, сейчас петь будут. Оркестр запел. Это не оркестр. Никита, хватит! В этом есть, конечно, какая-то эстетика, но у меня не было настроения тогда слушать такую музыку. И тут резко бум. Ой, тишина такая. Что? У них нет голоса? Что такое? Что происходит? Все оглохли? Хор продолжил петь, но мы ничего не слышали, что они поют. Как будто мы оглохли и их не слышим. Было стрёмно. Это ужасно, просто ужасно. Прикинь, это сделать в Панаторе где-нибудь. И человек один сидит. Не-не-не, и там типа это...
И там 300 человек сидит в зале. Все, у меня теперь идея фикс. Нам срочно нужен хор и 300 ничего не подозревающих человек. Нужно срочно это все организовать и найти. А что они, типа, не поют? Гадаем, что не так, они все не поют, не поют. А можете петь опять, пожалуйста? Ой. Ой. Стойте, вы куда? И опять штора открывается. О! А как они так быстро? Ну, это наши педагоги, это наши ангелочки, Анна Эрстовна, Ирина Петровна, Денис Петрович. Ну, Чикатило Денис Петрович. Дорогие ребята, я рада вас приветствовать на нашей линейке. Вы только что были участниками важного эксперимента. Перед вами выступал хор, вы наслаждались песней, чтобы вы не узнали. А потом это наслаждение исчезло. Этот эксперимент мы провели для вас не случайно. Мы хотели вам показать, что ощущает человек, который вдруг перестал слышать. Это реально страшно. А не дай бог бы со мной такое произошло. Слышать, чувствовать, видеть. Это действительно большое счастье. Есть люди, которые этого лишены. Но и они находят... О, нет, только не это. Это очень это тяжелая серия, значит. Посвящена умению радоваться. А, радоваться хорошо? Просто это... Будем радоваться! Я так рада! Сегодня вам будет необходимо встретиться с людьми. Встреча с этими людьми натолкнет вас на большие открытия. Вот нет. Этого мы от вас ждем. Я только понял, да, то, что типа, нам надо научиться радоваться мелочам и всяким таким моментам. Традиционно наш педагогический состав назначит староста на этой неделе. Этот ученик радует нас очень в последнее время своими успехами. Валерик. Буду я, по-моему. Я думаю, ну все, сейчас я буду. Валера. Даниэла. О! А что они так это переглянулись? Я не умею командовать. Я буду стараться. Назначьте обязательно дежурных, тех, кто будет вам помогать. У нас Витя никогда не был дежурным. Ой. Почувствуй, каково это. Витя? Ну, еще кого-нибудь она накажет. Почему накажет? А я за что? Вторую неделю подряд быть дежурной. Ну, вот реально это наказание. Вас ждет интересное задание. И мы желаем вам удачи. Спасибо. О, и да! Круто! Отправляются Вероника, Валера, лепить. Степа и Даниэла. Заходим мы в мастерскую по глиняным изделиям. Чем мы тут забыли? Здравствуйте! Здравствуйте! Это очень кайфовое занятие. Я думаю, то, что нас сейчас привезут к каким-то алкашам, там без руки, без ноги. Но оказалось совсем другое. Увидели молодых людей. Их после этого туда привезут, наверное, по-любому. Да. Вроде все нормально. А, может, они... Они не видят. Меня зовут Костя. Мы решили вас пригласить в гончарное пространство и вместе с вами полепить глину. Глина имеет такое очень классное свойство убирать негативную энергетику. Да? Я очень люблю лепить. Это классно, это прикольно, это очень круто. Расскажите свои истории, пожалуйста. Что мы родились с ВИЧ. И в этот момент я вообще побледнел, позеленел, думал, что мне делать, куда бежать. Я отношусь категорично к людям с ВИЧ, потому что боюсь заразиться. ВИЧ может передаваться через укус комара. По воздуху, ну не знаю. Через слюну, может, мало ли, он попадет слюной именно меня. Не, репся! Они типа лепят одну и ту же глину. Да. Ты куда сразу кашляешь? Вероника, успокойся, пожалуйста. Вероника, можешь заткнуться? Мне было стыдно за Веронику. Смех. Это защитная реакция. Мне было страшно находиться. Ну, кисулик, у человека ВИЧ-инфекция, ты начинаешь кашлять и смеяться. Мне кажется, это, ну, защитная реакция, да. Но не очень адекватная. Ни в одном помещении. ВИЧ – это, ну, летально. Это нормальная реакция на ВИЧ. Из-за того, что существует очень много мифов, люди боятся и думают, что ВИЧ может передаться через комара, может через воздушно-капельный путь. А расскажите, пожалуйста, о путях передачи. А через комара не может? Путь передачи половым путем. Еще какие есть пути передачи? Я думаю, что через кровь может. Через... У комара, наверное, мало совсем, типа, крови будет.
А вот если, например, в драке участвуют два человека, и они там до крови дохерачатся от нового ВИЧ, мне кажется, может передастся. Но я не то чтобы типа шарю в этом, нужно посмотреть какой-нибудь канал с этим дяденькой, который рассказывает про всю эту тему. Но поел что-то. Нет. Не-не, бытовым так не типа. Когда кровь берут, например. Через кровь, да. Ну, да. Не когда берут, а когда ее переливают. Ну да. И третий, которым мы с Яной инфицировались. Да. Нет, от матери к ребенку. От матери к ребенку. Когда мне было 10 лет, мне моя мама рассказала о том, что у меня ВИЧ, а я начала... А через шприц? Через шприц наркоман, от наркомана к наркоману. Почему они про это не рассказали? Ну, потому что тут нет наркоманов, может. Мне кажется, когда уже наркоман уже поздно. Ну, короче, колоться тоже нельзя. Вообще стоит быть аккуратными. Я начала плакать, и я ощутила самый сильный страх смерти в 10 лет. Потому что тогда все говорили про СПИД, никто не говорил про ВИЧ. И все знали, что от этого умирают. Все знали Фредди Меркьюри, который умер от СПИДа. И я, естественно, автоматом подумала, что я умру. Конечно же, это очень страшно, когда типа ты знаешь, что в тебе болезнь, и типа ты никак ее не можешь излечить. ВИЧ – это вообще не проблема в 21 веке, потому что ВИЧ, он контролируется таблетками. Называется АРТ – антиретровирусная терапия, которая защищает твои иммунные клетки от вируса. Вирус, он не сможет попасть к тебе в клетки и не сможет их скушать. Если ты пьешь терапию, то у тебя все good, так можно иметь здоровых детей. У нас же с этим с детства пугают. С детства мне мама говорит, типа, постраняйся таких людей. От ВИЧа никто не умирает. ВИЧ – это первая стадия СПИДа. Потом в какой-то момент, когда вирус начинает активно жрать весь иммунитет, приходит стадия СПИДа. От ВИЧа к СПИДу один шаг. Не принимаешь таблетки, у тебя все ухудшается, и это становится СПИД. Они грамотно все преподнесли и все четко объяснили. Теперь мне не страшно общаться с такими людьми. Я это пережила, я это приняла в себе, это нормальная часть истории, это не сильно влияет на меня сейчас, но так случилось. Вообще, если ты крутой человек, ты с любой болячкой найдешь себе друзей. Они крутые. Меня очень впечатлило то, что они сидят с улыбкой на лице. Мы иногда в личной жизни просто унываем за какой-то... Мне кажется, лет по 18, по 19, постарше они. Не, ну реально же, типа, сейчас контролируется все это, и можно жить, и спокойно, там, люди рожают детей здоровых, когда у них у самих ВИЧ-инфекция, потому что, типа, они принимают терапию. Поэтому, да, улыбаются, а что им делать-то? Плакать? Типа, и это реально очень круто. Я вообще, если честно, даже как-то с опаской зашел, и когда узнал, что вы болеете. Но потом, когда слушаешь ваши истории, реально, типа, понимаешь, что у нас вообще, типа, проблемы не проблемы по сравнению с вашими. Мы думаем то, что нам тяжело, а есть люди, которым намного тяжелее. Теперь я реально буду относиться к людям с ВИЧ нормально. Если бы мне кто-то в окружении признался, что болеет ВИЧ, раньше я бы послала бы. Сейчас я не дам этого человека в обиду. С вами очень приятно было поболтать. Вы очень такие позитивные, с улыбкой сидите. Я понял то, что эти люди такие же, как и мы. А главное то, что они счастливы, несмотря на свою проблему. Они ценят каждую секунду. Ой, какой фотоаппарат. И проживают жизнь зря. Сегодняшний разговор вдохновил наших учеников. А тем временем Аня, Никита, Витя и Катя также спешат встретиться со своим собеседником. Кто это? И тут мы идем и встречаем девушку. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, привет. У нее нет рук? Меня зовут Лиза. Что? Такая симпатичная девушка. Мы сейчас находимся в приюте для животных. О, фу, я думала, это что-нибудь жестокое. А тут просто собачки. Ваф-ваф. И я хочу, чтобы мы сегодня сделали одно небольшое, но очень важное и доброе дело. Я бываю в приюте раз в месяц, потому что для меня животные – это самые добрые существа вообще на этой планете. Я как никто знаю, как люди, животные могут нуждаться в помощи, потому что полтора года назад я сама оказалась в такой ситуации. Мы потом все обсудим, вы зададите все вопросы. Ничего не понимаю. Интересно знать ее историю. Идем переодеваться и будем кормить животных. Хорошо. Мне так нравится, мы животным идем. Короче, мы идем.
Там собака, так рыба, много. Киси, козел, лисичка. А зачем лисичка в клетке? Блин, это нам что, их всех нужно будет кормить? Крипово. Чтобы вы знали, крипово топоров, это значит страшно, стрёмно. Приходим к клеткам, и вижу, стоит корм. Держи, ложки, вилки, держи. Тоня была сам больше всех задействована в нашей группе. Рулила нами как главная, короче. Давай. Что, Никита, это погрустил? Они самые маленькие, самые миленькие щенята достались. Их вот так кормят? Ой, сейчас я дам покушать. А как ты думаешь, их кормят? Так они же там, кто-то поест, а кто-то нет. Они бы так виляли своими хвостиками. Нет, сюда не выходите, не выходите, не выходите. Ой, они выходят, они выходят. Милый. Хороший. Ой, какой хороший щеночек. Даже мелочи порой делают кого-то счастливым. Например, этих щенят, которые покушали, стали сытыми. Вот они стали счастливыми, и я стала немножко счастливее. Собаки! Я заметила, что мальчики были в восторге. Собаки. И даже глаза загорелись. Офигенные, какой хороший. Хотя они выглядят такими, ну, жесткими, что они такие серьезные. Ну, а вот жесткими-то они не выглядят, добрые. Особенно Витя. Животных я люблю. Ну, это прям, не знаю, прям вообще по кайфу. Вы большие молодцы, вы сегодня сделали доброе дело. Приятно стало на душе. Селинка доброты мне как осталась. Мы переоделись и пошли разговаривать Кища. С Лизой. Было интересно узнать, что у нее за история. А почему все там щеночки и котятки, все щеночки и котятки? Где собаки, типа, какие-нибудь взрослые, ну, вначале показали. Да, кстати, вот я бы не полезла к какой-нибудь овчаре в это, с едой. Мне кажется, она бы и меня съела, и тарелку съела, и оператора бы съела. Кинь оператора и беги. Оператор, иди ты, корми собачку. Полтора года назад мне ставят диагноз острый лейкоз. Это рак крови. На 60 с чем-то процентов заражена кровь. Поскольку это была очень высокая степень риска, то мне сказали, что нужно делать пересадку костного мозга. Ну, это было очень грустно слушать. Было очень страшно. У меня сжималось сердце. Я до последнего держала слезы. Это было как бы самое страшное, что случилось в жизни, и никому никогда не пожелаю этого. Я знаю, как это тяжело, когда твой родной человек болеет раком, и ты не знаешь, типа, что будет. Там дедушка болел и умер от рака. Дедушка со мной общался, как с другом. То есть, ну, с ним очень было хорошо. Он всегда мог найти веселую шутку, всегда, то есть, мог поддержать компанию. Я очень сильно стараюсь быть на дедушку похожим. А как поменялось в целом мировоззрение после того, что ты прошла? Такое ощущение, что я просто в один момент проснулась. Я как будто открыла глаза и начала жить, ценить сейчас, потому что мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что будет через час. Поэтому я научилась ценить каждую как бы минуту жизни. Так просто и так гениально. Живи моментом, там, радуйся жизни. Мы просто пропускаем это мимо. Типа, вот я уже слышала это 99 раз. Но если вот реально посидеть и подумать, что это значит, можно понять, что в этом есть истина. Я вам хочу сказать, что счастье, его можно найти в каждом моменте, в каких-то мелочах. Все просто посмотреть под другим углом, скажем так, с другой стороны. Находить в каждой ситуации что-то хорошее, что-то позитивное. Меня впечатлило в истории Лизы то, что она не сдалась. Она радуется жизни, несмотря на то, что она болела такой болезнью. Ну так это, Вить, как бы если сдаться, то помрешь. Нужно всегда не сдаваться. Правда, Витя сам хотел помереть когда-то, поэтому, наверное, да, буквально в прошлой серии или да, при этом. Да. Думал, что мамке станет полегче, конечно. Типа. Человек, который перенес такое в своей жизни и сохранил позитив. И даже энергия помогать кому-то – это очень сильный человек. И она большая молодец. А мы такие без особых проблем сидим и паримся по поводу того, что там не нос какой-то. Ну, мне кажется, что нельзя сравнивать, что типа у них, ну, типа их проблема типа отстой, а вот эти проблемы вот жесткие, а вот они вот с надуманными проблемами. У каждого человека его проблема ближе к нему, поэтому. Поэтому тут как-то вот это все странно. Такой. Ты реально молодец. Спасибо большое. Для себя я очень большой урок вынес, что я буду ценить типа жизнь, делать то, что у меня есть.
Даже несмотря на какие-то проблемы, надо все равно радоваться жизни. Неделя счастья продолжается. И сегодня подростки научатся получать удовольствие от уроков, которые до этого были им в тягость. Похоже на какой-то бульбулятор. Да. По-видимому, Чикатило взял разработку Никиты на усовершенствование и сделал мега-бульбулятор. Да, сейчас они прям бульбуляторятся чаем. Мы заходим в кабинет. И видим, стоит Денис Петрович, наш любимый преподаватель. Здравствуйте, друзья. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Мы видим всякие штуковины непонятные, какие-то лампы. Я сразу помню, у нас урок физики или химии? Сейчас будет физика и химия. У меня сразу настроение упало. Для меня это неинтересные предметы. Начнем с 7 класса, самое простое. Кто из вас, например, знает... Как может быть химия неинтересным предметом? Ты а чё? Я вообще не понимаю, почему в классе все 4 парты, и что там делает дискошар? Это не дискошар. Это дискошар? Что такое закон Архимеда? Ну, это что-то связано с физикой или химией, это точно. Да ладно. Закон Архимеда после плотного обеда полагается поспать. Это хороший закон Архимеда. Для меня химия – это употреблять что? Закон сохранения массы. Нет. Нет? Ну вы чуня. Валентность. Кто-то может ответить, что такое валентность? Денис Петрович, как... Почему он прыгает то по физике, то по химии? Это очень странно. Ну, типа, он просто хочет нащупать, что они знают. Наверное. Нащупал. Машу зря выгнали. Вот Маша бы там все ответила. Да. Задашь что-нибудь, какой-нибудь странный вопрос? Я сижу просто в шоке и думаю, откуда вас же берут и такие умные вопросы у человека? Я все понял. Друзья, а почему вы не учите физику и химию? Химия, ну, никогда не нравилась. Угу. Химия, физика – это вообще скука, наука. Я поэтому не приходил. А почему они вместе сидят? Да, вы же не любите друг друга. Или вас, типа, специально сажают? Специально заставляют. Да, напирают, сидите. Напирают на Никиту. Я сегодня хочу вам показать, что... Я в детстве смотрела передачу «Галилео» с товарищем Александром Пушным, по-моему. Так его зовут? Да. Он очень крутой, смешной, кайфовый чел. И он так все это рассказывает, что типа что нравится и физика, и химия, и вообще огонь. А учителя в школах, они обычно как бы, ну, так себе рассказывают предмет, поэтому, может быть, им и не зашло. То физика и химия – точные науки, могут быть интересны. Ну, вот такие, окей. Для начала познакомимся с жидким азотом. Что, все опыт выполняется профессионалом? Не пытайтесь... Чикатило – профессионал? Да. А где доказательства? Диплом Чикатило покажите. На первом курсе, когда приходишь в мой универ, всегда показывают именно вот этот опыт с жидким азотом. Туда засовывают розу, держат, потом разбивают. И все такие, вау! А можно так ногу засунуть? Ну и что-то такое. Посмотрите, какая красота. Оу, magic you! На примере этого жидкого азота я хочу вам объяснить одно очень интересное природное явление, как эффект Лейденфроста. Эффект Лейденфроста заключается в том, что жидкость при контакте с поверхностью, температура которой значительно выше, чем точка кипения жидкости, образует прослойку пара. А пар, как известно, не очень хорошо пропускает тепло. Вот сейчас я хочу объяснить так, чтобы поняли все. Даниэла, выходите, пожалуйста. Ух ты. Вот поверхность. Я сейчас наливаю на эту поверхность азот, и между ними образуется прослойка... И что, сейчас бородавки будут выводить? Ужас да, какой. Да, да. Типа, боже, точно можно доверять этому мужику или нет? Это точно КВД? Да. А это точно жидкий азот? Пара, которая не дает сильно охлаждать руку. Ой, холодно? Да почему холодно? Тут всего лишь минус 200. Даниэла, давайте серьезно, пожалуйста. Ну что, попробуем и... Посмотрите, видите? Ну, это прикольная вещь. Степа, выходи сюда. Ты любишь готовить? Мы сейчас приготовим угощение для всех. Здесь кукурузные палочки. О! Они сейчас пропитаются жидким азотом. Что? Степа, попробуй первым. Угу. Все, думаю, был Степа, нету Степа. Мама, помни меня.
Тёма дракон. Друзей, будешь угощать? Да. Эффект Лейден просто всем просто. Вот Кайли Дженнер, только не надо, ты же отличница. Да. Ты все это знаешь. Сидела там, молчала про валентность, все ты знаешь. Только притворяешься, Кайли Дженнер. Да. А на самом деле умница. Ты ботаник. Не обижай ботаников. У меня в рту все замерзло. Вы все там колечки пукают. Какие-то детские конкурсы. Кальян такой. А они такие вкусные. Теперь, кто понял, что такое эффект Лейден Фроста, поднимите руки. Вот. При виде опыта ты понимаешь, что он говорит. Это и запоминается лучше. Витя. Тогда физику и химию нужно преподавать опытным путем, а не какую-то скучную теорию. Хотя в химии очень интересно решать окислительно-восстановительные реакции. Можно прям целыми днями напролет писать и писать. Короче, ладно, все. И сейчас прямо на тебе мы будем демонстрировать, что же такое процесс горения. Я тебе гарантирую незабываемое впечатление. 3, 2, 1. Я себе сразу почувствовал фея огня. Теперь расскажи. Я же говорю, он маньяк. Научное шоу какое-то. Да он маньяк, он просто издевается над детьми. В чем заключается? А прикинь, эти всякие директор школы не в курсе, он просто такой позвал оператор, пойдем быстренько снимем. Сейчас я подожгу его, и да. Будешь смотреть, как его жопа горит. Хотел всегда посмотреть, как это будет. Да. Сгорение. А выброси бурного тепла. С такими экспериментами, конечно, урок намного интереснее, чем обычные. Химия, которую я не любила, а она реально может быть интересной. Мне понравилось! Там прикольно все дымится, гремит и взрывается. Вау! Ну, короче, прикольная штука, мне понравилась. Блин, химия это круто. Идемте с вами дальше. Да! Это генератор Вандерграфа. Ого! Он создан для демонстрации статического электричества. Что такое электричество? Что такое эстетическое электричество? Я не электрик, чтобы разбираться в таких вещах. Когда вы снимаете свитер, да, и молния вокруг вас, то вот это и есть статическое электричество. Чтобы это вы усвоили, нужно, чтобы... Нет, это вы в поле, в грозу. Да, и молния вокруг вас. Боже, я сразу вспомнила эту игру ужасную. Какую? Господи, «Ведьма из Блэр». У нас есть нарезка на нее. Да, если хотите, посмотрите. Тело электричество на себе. Можно я? Выходи. Я сразу понимал, что будет что-то интересное. Что такое электричество? Электричество – это электричество, и оно идет у меня по телу. Вот это уже приходит. Блин, а если у него кардиостимулятор? Надо было спрашивать. Типа, у вас нет кардиостимулятора, пройдемте. Чикатило, я просто надеюсь, что у кого-то есть кардиостимулятор. Да, он это. Мы его сразу раскусили, как только увидели. Маньяк какой-то. Ну, вообще, мне кажется, в Советском Союзе в школах преподавали физику и химию с помощью кучи опытов, да? Или нет? Да я вообще не в курсе. Кстати, штука была. С каждым экспериментом этот урок нравился мне все больше и больше. Катушка Тесла, друзья, дает вам возможность увидеть своими глазами электричество. Электричество, друзья, знакомьтесь, движение заряженных частиц. Это самое крутое, что я видел в своей жизни. Когда ты буквально рукой трогаешь молнию, боже мой, это было так красиво, и в кругляшках. Электричество внутри. Офигеть. Красивая, однако, наука физика, верно? Да. Очень. Завораживает очень. Я никогда не видел такого. Теперь попробуйте сами. Я знал, что вам понравится. Витя, говори, что такое электричество. Это движение заряженных частиц. Отлично. Умница, Витя. Лайки. Дизлайки. Я приручительница молнии. Гроза района. Друзья, скажите, физика и химия – это скучные науки? Нет. Таким преподавателям это круто. Я думал, что это очень скучно. А потом, как увидел, как это все действует, думал, это волшебство.
Самый лучший урок. Да, химия, наука о превращениях. Так что немножко волшебство. Я очень надеюсь, что это вас подтолкнет к изучению точных наук. И вы будете их изучать с удовольствием. Занятие закончено. Перерыв. Спасибо, до свидания. До встречи. Это значит, что нужно вернуться? Школа была бы мое любимое место. Все, теперь Чикатило мне нравится. Нет, он вкрался к тебе в доверие. Нет, он мне нравится, он хороший. Ладно, посмотрим. Школа, берите себе на заметку. О, будем зубную пасту сейчас рекламировать. Рокс? Да. Там кто? Ты что, порошка обнюхался? Рокс с активным кальцием. Это зубная паста будущего. Ее формула интенсивно насыщает зубы минералами и препятствует развитию бактерий. Зубные пасты Рокс. Это чтобы ножички вставлять, грибы подрезать. Идеальные фото в соцсетях и гонка за трендами привели к тому, что современные подростки закомплексованы и не уверены в себе. Необычный урок психологии поможет ученикам необычный, уже интересно. И быть счастливее. Мы пришли в какое-то старое здание. Пока что они не выглядят несчастными. Да. По крайней мере, большинство. Или закомплексованными. Мне кажется, что как раз подростки не закомплексованные. Это вот больше касается людей там, за 25. Потому что они уже не знают, как выложить свою фотку в Инстаграм без 30 фильтров. И без супер-раскоряки. Да, как типа, так вот моя нога будет казаться длиннее. И ты заходишь в Инстаграм, там у всех ноги по 3 метра. Все худые, стройные. И думаешь, блин, я как этот, как хомяк все время на фотке. Что за херня? Сидит наш психолог Елена. Что это у них? Крокодилы. Идет шестая неделя. И она посвящена умению находить радость в мелочах и умению сосредоточиться на позитиве. Я сейчас вас попрошу написать, как проходит ваш обычный день дома до обучения в стенах школы. Я не знал, что мне написать, потому что у меня не одинаково. Ой, я вообще не знаю. У меня каждый день как день сурка. Так проще писать, ну, тогда будет. Хотя бы мы хоть что-то, но написали. Все всегда писали? Конечно. Да. Я написала аж с двух сторон. Все, идем. Ничего себе. Молодец, погнали. Любит писать. Я смотрю, письмо написала, да. Еще бумажку с двух сторон. Елена сказала, что ждет нас всех в зале. Мы по очереди заходили к Елене. Ученики написали сочинение, и Степа первым готов его прочесть. Я поднимаюсь на сцену. Я проснулся обычно в 12 или в час. Часа 4-5 выхожу из дома. Вы кто? И иду к друзьям. С таким жалкошам, как ты. Я резко поворачиваю в бок, а там стоит эта чепушила черная. Чего тут стал? Фу, блин, он такой мерзкий. Меня очень сильно раздражал. Это внутренний критик подростков. И сегодня... Да нет, это просто какой-то мужик в черной хрени. Внутренний критик. То есть он типа из Степы вылез и встал рядом. Я бы на месте Степы сказал бы так, ребята, давайте сейчас это сгоношимся, его быстренько скинем, быстренько почитаем и пойдем это, по домам. И пойдем электричество херачить. Учеников предстоит встретиться с ним. Мне звонит мама. Сам себя ненавидишь за то, что ты пьешь. Я говорю то, что я уже около дома. Я пытался его сначала перепечатать, но он все равно не затыкался. Иду дальше бухать. Потому что стыдно перед матерью. Мы бухаем. Стыдно перед всеми. Да заткнись-то уже. Я понимаю то, что он говорил правду, но просто меня бесило это правда. Хоть я и говорю маме то, что я больше не буду пить, но через день-два я опять набухиваюсь. А, он не каждый день пьет. В тот момент я себя вообще не контролировал. Так вообще можно покалечить человека. Да. Степа совершенно не готов слышать. Надеюсь, мужик в шлеме был там. Но психологу удалось успокоить. Не, главное, все побежали за Степой. А то, что мужику в крокодилом по харе прилетело, никто не был. Ну, мужику заплатили. Да, 500 рублей в час, наверное, каскадеру. Парня, задача Степы – научиться любить себя и защищать свое собственное «я». Ты знаешь, что внутренний голос ходит за тобой по пятам, и он тебе рассказывает.
Мне кажется, нельзя такое детям говорить, особенно таким неуравновешенным. Как Степа, да, за тобой ходит по пятам. Он же там, когда они танец готовили, он там что-то начал толкать этих людей, которые участвовали в его танце, что они там что-то неправильно делают. И этого побил крокодилом. И Даниэлу побил, и на Кайли Дженнер напал. Отнял у нее телефон, да. Да. И психолог ему говорит, что внутренний голос все время ходит за ним. Не знаю. Это ужас. У него еще абстинентный синдром, наверняка он же типа да, любит он же, выпить. Да, пьет все время. За тобой ходит, кстати, внутренний голос? За мной просто не ходит. Я типа, первый нет, раз вижу этого нет, чувака. Нет. Я не так. Я алкоголик. Это то, что ты привык думать о себе. Да. А, за мной ходит внутренний голос. Он говорит, съешь пончик. Такая так красивая. Зачем тебе это? Ты красавица. Да что, я обожаю тебя. Да. Смотри, какой пончик. Пончик красивый. Пончик ты тоже красивый. Вы подходите друг к другу. Ты и пончик просто созданы друг для друга. И ты такая, не-не-не-не, подождите. Что у тебя некомфортно? Ну, потому что мама говорит, что типа вот, ты никуда не пойдешь учиться, да что с тобой будет, ты сопьешься. Привык к этой фигне. У меня был стыд и была злость на него. А на самом деле ведь на кого это? На себя. На меня. Злость к самому себе в первую очередь. Твои изменения начинаются с того момента, когда ты о себе начинаешь думать хорошо. Какие вам качества эти за 5 секунд? У FPG есть песня «Просто думай обо мне лучше». А дальше я не помню. А хорошие не могу найти. Что ты можешь говорить себе вместо этих слов? Давай, прямо сейчас, как в тренажерном зале, качаем это положительное самовосприятие. Говори. Он не был в тренажерном зале, он же сказал, что да. Он был 4 раза на физре и 2 раза без сменки. Что делать? Придется это визуализировать. Без формы. Давай, Степа, ты можешь. Говори, я красавчик. Просто я себе вижу больше минусов, чем плюсов, а плюсов я вообще не вижу. Мне как-то некомфортно становится, когда я начинаю говорить хорошо о себе. Тебе важно сейчас доказать самому себе, что ты уже о себе думаешь по-другому, по-новому. Скажи ему, пожалуйста. Я добрый, веселый, отзывчивый, любящий брат. Я себя люблю и буду жить по-другому. Все, и не вернусь больше никогда к той жизни. Я понял то, что типа мне нужно научиться себе говорить тоже хорошие вещи. Сейчас дальше все только от меня зависит. Степа сумел. В смысле? А перед мужиком в черном этом костюме никто не извинится? Да, типа, сорян, прости, я ударил тебя. Это много типа, раз. Ходило много раз. Я противный человек. Зачем я так поступил? Прогнать свой внутренний голос. Получится ли это сделать у Вероники? Просыпаюсь в 9-10 часов. Иду ко второму и третьему уроку. Прихожу домой, бросаю портфель и иду гулять. Как я гуляю на улице. Раз на раз не приходится, может, буду пить. Ты пьешь, чтобы не принимать себя настоящую. Могу накуриться и думать, насколько мне одиноко. Ты просто боишься встретиться с собой настоящей. Мама это бесит, и мы ругаемся. Что же она лезет не в свое дело? Я ее ребенок, она за меня переживает. Но тебя-то она бесит. Сейчас я уже не такая. Такая? Я твой внутренний голос, я знаю лучше. Не, ну это не бесячее. Да, да. Нет, я всегда думаю сама, у меня нету внутри голоса. Ты сейчас изображаешь из себя хорошую девочку. Нет. Но ты-то знаешь, что ты плохая. Она меня уже чуть ли не до слез доводит, я хочу ее прибить, ударить. Ты постоянно всех обижаешь, со всеми ссоришься. Если кто-то меня не принимает, это уже не мои проблемы. Все. В душе ты самая маленькая девочка, которая просто хочет со всеми хорошо общаться, но у которой это не получается. Мне сегодня безумно понравилось, что ты заряжена себя отстаивать. Голос, ты меня слышишь? Девизия не место. Потому что я хорошая, потому что я добрая, потому что я себя люблю, потому что я не хочу больше никогда страдать. Да, я хочу, чтобы меня любили. Меня будут любить. Просто свали отсюда, пожалуйста. Ну, агрессив. Голос, уходи. Когда вы с Еленой, в принципе, прогнали этот голос, все стало лучше. Мой внутренний голос, я надеюсь, что больше не увижу. Никогда. Я не дам себя в обиду. Никогда и ни за что. Я буду любимой, я буду жить счастливой, я буду хорошей. Я буду... Ну, хорошая аффирмация. Других. Я не буду никого... Я буду самым богатым делать. Человеком. Я буду есть и не толстеть. Что там еще? Время узнать, что скажет Никите его внутренний голос.
мой день дома. Его внутренний голос скажет: ты любишь Нику? Ты хочешь жениться на Нике? Да, было бы прикольно, если бы они так сделали. Лавки. Супер, да. Надеюсь, сейчас так и будет. Иди поцелуй Нику. Ника самая красивая. Ты всегда думаешь о Нике. Она такая чудесная. И Ника так сидит в первом ряду с палочкой, со стрелочкой на себя. Так сюда. Вот. Я просыпаюсь, иду в ванную, умываюсь, купаюсь. Делаю вид, что еду на учебу. На самом деле еду в пивняк, покупаю пиво или коктейль. Заботиться хочешь. А развозит что он... хоть как-то порадоваться. Перспектив-то никаких в жизни нет. Отстань! Ты ничего не добился. Я хотел щелоть ударить, но сдержался реально. Только если ты кому-то набьешь морду, только тогда ты чувствуешь себя уверенно. По-другому уважение ты не вызываешь. Очень много слов было правдивых. Мне это очень сильно прям дало по душе. Я твой внутренний голос. То, что ты говоришь каждый день сам себе. Это правда. Я больше слова его не слышал. И закрываться очень сильно начал. Если бы Елена не вышла, я бы потерялся. Так в жизни будет происходить довольно часто. Почему ты не противостоял, не орал, убирайся? Что за чушь? Это не обо мне. Мне кажется, вот это самый адекват вообще. Он понял, что это правда типа о нем. Что истерить и пытаться кого-то прогнать? Ты понимаешь, что это правда, что в тебе там сколько, 16 лет, ты ничего не достиг в жизни, кроме того, чтобы пи***ться со всеми направо и налево. При этом у тебя есть офигенный потенциал, ты умный, развитый, добрый чел. Естественно, это горько и типа и грустно, но это же принятие этого факта есть... Вот этот вот толчок, это такое смешное слово. Толчок к тому, чтобы изменить свою жизнь. Потому что... Я сам с ним согласен, что это правда. Что я плохой сын родителей. Часто такие мысли пробивают в голове очень часто. Что тебе мешает поверить в новое, хорошее? Я сам себе. Сам себе. Ты же сам себе можешь стать опорой своей внутренней. Знаешь, что надо сделать? Возражать. Психолог мне начал помогать и как-то начал поддерживать. Что ты сейчас сказал, это все в прошлом. И то, что тебе удалось меня убедить, это была моя маленькая слабинка. Но теперь никто не будет мной управлять, я сам буду думать, что делать. Я хороший, добрый, отзывчивый. Тебе не место в моей жизни. Уходи! А, типа, короче, не они как-то плохо поступали, а это просто вот этот демон в них сидел, так что ли? Тогда все люди хорошие, просто их внутренний голос плохой. У меня хороший внутренний голос. Отстаньте. Пончики. Очень Пончик сложно горе. Было. Прогнал его еле-еле. Я не хочу себе такое будущее, которое я написал. Я хочу быть счастливым и радоваться жизни. Я для себя из этого урока понял, что я себя буду стараться не накручивать не на плохое, а буду стараться себя накручивать на хорошее. Такой внутренний голос не бывает. Он мешал мне жить. Я понял. Нужно подальше отгонять внутренний голос, который разрушает твою жизнь. Я буду счастливее! Я буду радоваться жизни! Алкоголь, токсикомания, сигареты. Я это брошу, буду жить хорошо. Мама будет постоянно встречать с улыбкой на лице. Ты сказал, что я какая-то стрёмная. Так вот, это неправда, дорогуша. Я люблю себя, поэтому мне не важно, что ты скажешь, потому что я знаю себе лучше. Убирайся отсюда! Мне стало реально классно. Все наши проблемы рождаются вот только потому, умнички. Что мы думаем о плохом. Запоминаем только плохие моменты. Такие мы люди. Все изменилось. Я открываюсь. Этот был небольшой урок о том, как стать осознанным. Бесплатно, без этих, без регистрации и без марафонов для инфо-цыган в Инстаграме. Я уже выйду другой. Теперь мой внутренний голос будет подбадривать меня и говорить только добрые вещи. А в этот раз на две части мы поделим. Да, вот так. Вот так. Но вторую часть мы посмотрим скоро. Вот, вместе с вами. А когда? Когда посмотрим? Чтобы узнать это, нужно подписаться на канал, поставить лайчик, написать комментарии, поделиться этим видео с друзьяшками и прекратите не подписываться. Я вижу, что вас много, тех, кто не подписан. Подпишись. Что это? Жалко подписаться, ну вообще. В общем, встретимся в следующем видео. Всем пока! Пока!